Всем привет! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика, и удивить я вас уже не смогу, так как вы прочитали название видео, поэтому я вам просто покажу, как же я сделала вот такой вот спрей-воск. Так как покупные спрей-воски очень дорогие, вы, наверное, кто искал, кто покупал, тот знает, и поэтому я решила придумать, как же сделать самому этот спрей-воск. В общем, я почему-то задумалась над этой темой и задумалась над тем, почему бы как-то не разжижить обычный воск. Я полезла в интернет, чтобы найти хоть какую-то информацию, как же можно растворить этот воск, чтобы хоть от чего-то отталкиваться, но ничего я не нашла. Даже в Ютубе искала такие видео, чтобы кто-то делал именно для волос. Тоже не нашла таких видео и решила экспериментировать. Мой эксперимент закончился на том, что понадобился мне всего лишь воск для волос. У меня Onot Estel, воск для моделирования, нормальная фиксация. И второй ингредиент, который нам понадобится, это жидкий лак. Он у меня Schwarzkopf Silhouette. Вот такой вот. Все, больше ничего не нужно. А, нет, еще нужна вот такая вот бутылочка с пульверизатором. Пшикалкой, вот такой вот, для того, чтобы сюда перелить наш готовый продукт. Очень надеюсь, что вам понравится это видео и будет вам очень полезным, так как мне, потому что это реально работает, я уже попробовала, не просто так вам видео снимаю. Так что не буду долго затягивать и давайте будем делать магию. Для этого нам понадобится бутылочка с распылителем. Я не нашла пустых бутылочек и решила купить вот такой вот лосьон для рук, антибактерицидный. Мне бы она подошла по размеру, это самое дешевое, что было в магазине, я просто сдираю наклеечки. И остатки клея можно вытереть ватным диском со спиртом. Далее нам понадобится воск. Вот такой вот у меня воск от Estel. Объем 75 мл. И следующий ингредиент это жидкий лак от Schwarzkopf. Также нам понадобится емкость для перемешивания и ложечка. Итак, рецепт нашего спрей-воска. 2 чайные ложки воска, как вы видите, даже с горкой я беру. И на эти 2 чайные ложки у меня вышло 16 ложек жидкого лака. То есть на одну ложку 8 ложек лака, 1 к 8. Я добавила не сразу все количество жидкого лака, а постепенно, чтобы было удобнее перемешивать. Я добавила сначала 6 ложек и начала все это дело перемешивать. Это не быстро, но оно все-таки все перемешивается. Нужно просто тщательно перемешивать, разминать, перемешивать. В общем, это заняло у меня минут 15 по съемке видео. Я ускорила, потому что незачем вам столько сидеть и смотреть, как я перемешиваю. И постепенно, по ходу перемешивания, я добавляла еще лак до нужного количества. Вот и все, наше чудо-средство готово. Теперь берем баночку. Я ее просушила феном, чтобы там не было воды. И ложкой, так мне удобней, переливаю туда содержимое наше. И вот так вот мы заливаем всю нашу смесь в бутылочку. Как раз получилось идеально, почти полная бутылочка. И вот все готово, теперь осталось хорошенечко перемешать и можете оставить, чтобы оно немножко дорастворилось. Вот такой вот получился спрей-воск за счет жидкого лака. Мало того, что он выполняет функции воска, он еще и фиксирует. Проверяем, как оно распыляет, что у нас получилось. И перед каждым нанесением его нужно будет взбалтывать обязательно. В общем, получилась очень крутая вещь и всего лишь из 2 ингредиентов. То есть это есть у любого мастера, поэтому просто возьмите и попробуйте.
А сейчас мы будем это чудо-средство тестировать. Вот у нас имеются сухие высушенные волосы, только помытые, голова. И вот видите, как растягиваются прядки. То есть они такие пушистые, ну, как всегда после мытья головы. Мы берем наш спрей-воск, взбалтываем обязательно и наносим. Я сейчас нанесла очень много, чтобы вам было наглядно видно, но хватит одного пшика. Прочесываем, и как вы видите, уже волосы такие послушные, классные, не пушатся. И, как вы видите, ребрышки вытягиваются просто очень четкие и очень чистые. Честно, я была удивлена, потому что до этого я просто немаленькое количество пыталась растворить, просто чтобы растворить, но на волосах я этого не пробовала, и получается пробую вот вместе с вами. И честно, я очень довольна результатом и буду точно пользоваться этим средством, оно намного удобнее, чем обычный воск, очень удобно распределяется, и вот, как вы видите, очень чистые получаются ребрышки, просто шикарно, плюс еще с фиксацией. Также взяла другую болванку с темными волосами, чтобы вам тоже было видно. Как видите, тоже, когда вытягиваешь, пушатся волосы. Сбрызгиваю немножко нашим спрей-воском. И магия! Ребрышки стоят, не пушатся, все отлично. С левой стороны у нас просто сухие помытые волосы, а справа нанесенный спрей-воск. То есть вы сами видите результат. Даже добавить нечего, также вот я попробовала прядку сбрызнуть с двух сторон и сделать такие разделенные прядки, может вы видели где-то. Вот я беру расческу с широкими зубчиками и прохожусь ровно. Прочесываю и теперь смотрите, шикарно, все ровненько, чистенько, просто это средство моя любовь. Вот и все, вот таким вот образом у меня получился спрей-воск. Очень шикарно работает, честно говоря, я вот показывала вам, и я пробовала тоже впервые, и мне очень понравился результат, буду делать с ним прически, будете смотреть на эффект. Даже очень интересно уже что-то попробовать с ним сделать. Также хочу заметить, что перед каждым нанесением его нужно взболтать обязательно. Надеюсь, теперь ваши прически будут чище, и вы сэкономите кучу денег. Берите, пользуйтесь. Я буду очень рада, если вы сделаете, проверите и отпишите мне, как получилось у вас. Я пробовала именно с такими продуктами. Если вы будете пробовать другие лаки и воски, то отпишите, получилось ли у вас и с какими фирмами вы делали, чтобы это было полезно и для других. Давайте друг другу как-то помогать. Если будете делать прически с этим чудо-средством, то отмечайте меня в Instagram обязательно или пишите мне, присылайте фотографии, мне просто безумно будет интересно посмотреть на результат. Это правда намного удобнее, чем пользоваться просто воском, то есть наносить его на волосы. Просто брызнул и все идеально. В общем, вы сами все видели. В следующих видео я вам покажу уже на прическах его действие, так что подписывайтесь на мой канал. У меня канал о прическах, это такое видеоизобретение. Просто мне пришло в голову, поэтому я решила для вас снять. На сегодня у меня было все. Подписывайтесь также на мой Instagram, там я выкладываю все мини-версии своих видео. Если вам понравилась моя идея, то оставьте хотя бы какой-то смайлик в комментариях, мне будет очень приятно, правда. С вами была Лазница Вика, всех целую и пока. Если вас что-то еще интересует, пишите обязательно в комментариях. Может, что-то такое еще безбашенное придет мне в голову, и я сниму обязательно для вас видео.